Всем доброго времени суток! Вы на канале Топотун ТВ. Вот и подступил к концу 2019 год, в котором произошло очень много радостных событий. Мы посетили самую крупную выставку «Рептилиум». Нашу коллекцию пополнили два новых эблефара – Валера и недавняя малышка, которую мы показывали в видео. Имя мы ей пока еще не придумали. У нас появилась паучиха Нерочка, морфы Брахипельма Смитти. Мы старались радовать вас полезными, интересными роликами с нашими животными. Недавно мы перешли отметку 500 подписчиков, и это было огромным достижением для нас и стимулом расти дальше. Мы хотим сказать каждому из вас, а именно тебе, наш дорогой подписчик, что ты остаешься с нами по сей день и поддерживаешь наше творчество. И вот мы спешим поздравить тебя с новым 2020 годом, годом кормового объекта для нашего питона, годом крысы. Мы желаем тебе, чтобы все твои мечты сбылись, а Новый год принес приятные сюрпризы, душевное спокойствие, стабильность, верность, удачу, счастье и успех. Котя. Чтобы ваши эушки всегда были с упитанными хвостами и всегда глазели за тем, что вы делаете. И самое главное, никогда не болели. Если у тебя нет эушки, в тот 2020 году подумай о ее приобретении. Много времени за уходом она не требует и всегда будет тебя радовать и будет отличным домашним чешуйчатым другом. С новым 2020 годом, друзья!